13.00 на строительной площадке за амбулаторией сельского поселения Горки Вторые собрались местные жители, глава и совет депутатов поселения, чтобы заложить капсулу с обращением к потомкам в основании будущего Дома молодежи. Это был ключевой момент всего праздника. Уважаемые наши дорогие жители, особенно хочется обратиться к нашим молодым жителям, которые на протяжении двух, наверное, или трех лет ждут вот того неожиданного дня, который мы сегодня с вами проводим. Накануне празднования нашего дня поселка мы сегодня закладываем первый камень в строительство Дома молодежи. Желание иметь Дом молодежи на территории сельского поселения Горское, по словам Надежды Исайкиной, огромное. Это объект духовного и культурного развития человека. Дело очень важное и нужное. На торжественном мероприятии присутствовала Лариса Лазутина, герой России, выдающаяся спортсменка, депутат Московской областной думы. Я очень рада сегодня присутствовать на этом знаменательном дне. Поздравляю в первую очередь вас с праздником вашего поселка ежегодным, традиционном. И, конечно, вот это знаковое событие, я знаю, с каким трудом была выбрана эта земля, как она была оформлена, потому что это тоже особые юридические формы. Я думаю, что вы знаете, в каком вы месте живете. Поэтому огромное спасибо нашей администрации, потому что она приложила для этого все свои усилия. Поздравить жителей поселка приехали депутат Московской областной думы Владимир Дупак, Татьяна Медведева, заместитель руководителя администрации Одинцовского муниципального района, депутат Одинцовского совета депутатов Владимир Винницкий и священник отец Алексий. После непродолжительной официальной части начался самый важный момент – закладка капсулы под строительство с обращением к потомкам. Дорогие друзья, горковцы 22 века, сегодня 20 августа 2011 года мы, участники торжественного мероприятия, закладываем капсулу в основании нового здания Дома молодежи в поселке Горки-2 со своим обращением к потомкам. Два года администрация поселения вместе с жителями выбирали проект. Проводили семинары, обсуждали, каким видит молодежь это новое уникальное строение. Цель возведения Дома молодежи заключается в том, чтобы юные жители поселения Горки Вторые могли развиваться, чтобы приходили сюда с удовольствием и радостью. В детском садике своем очень весело живем, а когда мы подрастем, в этот дом мы все придем. 14 часов возле Дома культуры продолжилась торжественная часть и состоялся праздничный концерт, посвященный празднованию 87-летия Дня поселка. Мила Тарасевич, Александр Мельханов, телекомпания «Одинцова».